Переходящий мяч. Опять Михайлов спасает. Удивительно. Это как Волков. То же самое, что Волков. Хо-хо-хо-хо! Что это было? Вольвич! Пришел лесник и всех распугал. Вот это да! Вот это да! Ну, по мнению Дмитрия Дрянского, возможно, Вольвич играл на чужой стороне площадки. Но как это было сделано? Все, мяч висит над динамовской половиной. Думают, кто там будет. И Вольвич вдруг появляется, такая длинная рука. Ручище такая невообразимой длины. И хоп,